Всем привет! Вы на канале «А ну-ка, давай-ка!» И сегодня продолжение истории уже не бездомной кошечки Исы и ее котят Юги и Яни. Сегодня 33-й день с рождения котят, и они стали очень активными. И, видимо, они решили поиграться и перебраться в новый домик. Ну, мы решили тут попробовать полежать, мам. Что? Ничего не видно. Там Анюта пришла. Анют, привет. Ну, подожди, дай я сейчас выйду. Подписывайтесь на канал. Ну, я не. Мам, а ты что, кушать пошла? Да, я с тобой. И как ты отсюда вылезешь? Ух ты, а ты, Юги? Я так сейчас немножко... Я так и планировал. Смотри, как умею. Ого! Ой, легкотня. Чего? Сам-то точно так не умеешь? Да что там уметь-то? Ну, тогда покажи. Я? Да. Лучше я лапу помою. Ну что ж, у котят начался второй период развития. Назовем его отлучение от мамы. Они уже пробуют сухой корм, пьют водичку, хорошо бегают, играют с игрушками, совсем как взрослые. Уже на 20-й день я заметила у котят активные попытки самостоятельного ухода за шерстью. Эй, Юги, у тебя хвостик грязный. Да? Ну, сейчас я его помою. Надо эту лапку закинуть вот за голову так, как там мама делала. Не знаю, зачем так делать. А потом, значит, вот... Ой, что-то не получается. А это что? Юги, не отвлекайся. А, точно, помыться. Мам, у меня не получается. Молодец, Юги. Эй, у меня же ничего не получилось. Ничего, скоро научишься. А еще через 16 дней у котят выросли первые молочные зубки, которые они с удовольствием тестируют на всем, что только видят. Ой. Появились только первые клыкушки, а вы уже все тут изгрызли. А мама говорит, это полезно для прорезывания зубов. Ух ты, а тут что? Ну ты хитрый шарик, заманил меня в ловушку. А ты что, с ним заодно что ли? Эй, это что такое? А ну стоять, сказал. Мам, я поймал паука. Молодец, Яни, скоро на настоящего пойдем. На настоящего? Эй, а на змею пойдем? Я на змею тоже натренирован. Я вот так ее схвачу и буду держать. Она будет вырываться. А ну куда собралась? Мам, я ее схватил. Эй, а вот ты где? Стоять. Ну стой. И прыжок. Ой, Стой, змеюка. Все, теперь точно не уйдешь. Яни, не балуйся. Ну мам, я же охотник. Ага, охотник. А сейчас я словлю тех, кто не подписался. Ну-ка. А тут у нас что? Ух ты! Яни, ты что делаешь? Я словил эту зеленую коробку. Ты же знаешь, что это туалетик? Туалетик? Ну да, сюда какать нужно. О, интересненько. Да, вам нужно приучаться к лоточку. О, что-то вкусненькое. Эй, Яни, стой! Это нельзя кушать! Ух ты! Жопка! Надо вам заменить на древесный наполнитель. А что я не так сделал-то? 39-й день. Юги и Яни, как всегда, занимаются своим любимым делом. А что это у тебя такое? Коленка. Понятно. А это что? Батарея. Понятно. А это что такое красное? Это кран. Он открывает и закрывает воду в трубах. Нет, это кран подписки. Нажал на него, и он стал серым. А вы уже подписались? Так, сейчас я тоже попробую. Чтобы он не становится серым. Так, а где тут лайк поставить? Юги, ну что ты делаешь? Сейчас сломаешь тут что-нибудь, и останемся мы без воды. Ой-ой, мам, я сейчас все починю. Сейчас, только найду, как его тут... О, я нашел, где тут лайк поставить. На этом этапе взросления котята все повторяют за мамой. Так происходит процесс обучения. Лапкой, так его. Молодец. Котята везде следуют за мамой по пятам. И стараются делать так же. Мам, а что ты тут делать будешь? Я собираюсь сходить в туалет. И я. Мам, ты уже сходила? Нет, сначала надо вырыть ямку. Ну, мам, давай я помогу тебе. Ты лучше смотри и учись. Тут же надо еще умудриться не попасть в вторую мину. Мам, дай я попробую. Мам, я смогу, точно. О, кажется, есть подходящее местечко. Так, значит, копаем ямку. Ого, а глубокую надо копать? Ну, вот такую где-то. Потом садишься. Мам, погоди, дай посмотреть, какая там ямка. Юги, я чуть на тебя не наделала. Мам, ну что? А давай в догонялки играть. Пожалуй, я попозже схожу. Ну, детки. Ну что? А что я не так сделал?
Так, ладно, как там мама учила? Сначала найти подходящее место. Тут. Хотя нет, вот тут. Выкопать поглубже ямку. Может, стоит еще покопать? Эй, что это прилетело? Эй, куда? Показалось. Ну, дальше садимся и... Ой, куда это я качусь? Ладно, пусть вот здесь будет место. Как-то мне здесь не нравится. Надо, наверное, еще немножечко пройтись. Мам, мам, у меня получилось! Что? Молодец, Юги! Теперь осталось только закопать. Ой, мам, давай уже в следующий раз. Нет, ты что, надо сейчас. Ну, мам! Вот так и происходит процесс обучения маленьких котят. Так что теперь могу с уверенностью сказать, котята к лотку приучены. Ну и раз котята у нас уже такие самостоятельные, то думаю, пришло время познакомить их с нашими остальными питомцами. Да-да, вы не ослышались. И если вы хотите увидеть эти знакомства, то не забудьте подписаться на канал и включить уведомления. Ну а у нас на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется, нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое.